Всем привет, с вами Михаил, и сегодня мы с репортером. Всем привет, с вами я, Казда, репортер Транска. Проверим один интересный баг, связанный с снайперской винтовкой, да и вообще практически с всеми оружием. Присаживайтесь поудобней, а мы погнали! Итак, для того, чтобы нам сделать этот баг, нам понадобится вот такой вот магический пианино. Ну и еще нам понадобятся вот такие вот две базуки. Если у вас они есть, то просто возьмите, а если нет, то купите в магазине. Репортер, иди сюда. Да. Следующий шаг. Нам нужно одновременно вдвоем сесть на вот этот вот пианино. Давай. Один, два, три. Все, получилось. Теперь репортер с обратной стороны ломает пианино. Все. Это сделано для того, чтобы я вот так вот завис в воздухе. И теперь встаем и нажимаем на кнопку стрелять. И просто посмотрите на это. Итак, сейчас мы попробуем зайти на какой-нибудь сервер и попробуем такой же самый баг провести, но только с снайперской винтовкой. Итак, мы уже на сервере, спавним пианино и начинаем делать баг. Вот такой баг я вам сегодня показал. Запомните, я не прибегаю к использованию этого бага и вам не советую, потому что это разрушает игру. Я просто вам показал, чтобы разработчик заметил меня и убрал этот баг. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Хелп15к. Всем спасибо, всем пока!